Ось такі наслідки після нічного прильоту двох шахедів у цій будівлі. Приміщення повністю знищене. Уламки на деревах, на дорогах. Дерева усіяні уламками, шифером, фанерою. Ось так виглядає дах приміщення, куди влетіли шахеди. Всі вікна вибиті. Ось далі фітнес-клуб жіночий. Він теж повністю знищений. Даху немає взагалі. Вікон теж немає, скла немає. Хлопці наводять лад, те, що вціліло. Машини погоріли. Лампи. Дерева покочені. Вулицею проїхати нереально, тому що все ось усіяно. Так виглядає висотка. Практично всі вікна вилетіли. Люди наводять лад. Скрізь фанера. Рятувальники будуть забивати. Боже. Это было около 11 вечера. И это бахнуло, я уже спала. Я не могла понять, что случилось. Потом вышла босиком в комнаты. Валяется окно. Все, в общем, это полностью вылетели окна и вовнутрь. И я быстренько тапочки одела, потому что стекла кругом. И все, я давай до двери. А дверь у меня заклинила, замки заклинили. Я не могла выбраться, ждала утра, пока это все сделается. В общем, это трагедия. Это не передать словами, какие люди злые и за что нам такое, за что. Это ужас один, вот такое вот. В общем, я вам передать не могу. Теперь надо стекла ставить, и я боюсь их ставить, потому что, не дай бог, еще раз бахнется. Это же ужас один. И вот так вот живешь, и делали нам подарок на Новый год. Это не люди, это звери. Понимаете, это ужас один. Мне 71 год, и вот так вот доживать, понимаете, это же ужас один. Вы в оккупации тут были? Да, да. 21 день были без тепла, без света и без воды. Лужи собирали воду в лужах, дождевую воду собирали. Это ужас один. Рятувальники є, вони могли, може, вам би зараз забити фанерою. Ну, так, да, хоч фанерою, от там все повністю розбито на балконі, ну то таке. А тут і в спальні то же саме. Повністю от ця рама вибила. І тепер от, як жити в 71 год в холоді? А скажіть, а з якого ви віконечка гукали, щоб вас відкрив хтось? Из этого, из того потихонечку доползла, потому что тут же все валялось. Эта рама была вот здесь вот. Этот самый все, представьте себе. Все повыметало, тут же все было. Представьте себе, вот как это все переносить. Вот так вот. Господи. Ой, я говорю, Господи. Жизнь.